Сегодня мы поиграем в симулятор кошки, и я вам все про него расскажу. Начнем. Уже загрузилась. Если что за звуки, простите, это моя сестра. Так, давайте назовем Локи. Окей. Вот такой вот у нас хорошенький котенок. Смотрите, у него есть вот такая вот окраска и вот такая. Мне больше нравится вот такая. Ну что ж, добро пожаловать в CatSim. Онлайн. Мы познакомим вас с основами этой игры. Следующее. Просто я вам сейчас сама все. Во-первых, что такое CatSim? CatSim — это как и Wildcraft, можно сказать, что симулятор животных. Ну, да, тут даже есть машины, с которых ты получаешь урон. Так что ж, лучше на дороге не стоять. Тут есть также камеры. Тут такие же есть камеры. Фиксированная и свободная. Поиграем пока на свободной. Я сейчас буду прокачиваться. И, конечно же, вам объяснять, что такое CatSim. CatSim — это, по-моему, уже тоже популярная игра. Она, увы, не могу сказать, в каком году она появилась. Но она тоже, прорисовка очень красивая. Но у меня на телефоне была не такая красивая прорисовка. Так, мы сейчас не об этом. Во-первых, что тут нужно делать? Тут нужно играть. Теперь вы можете улучшить своего персонажа. Откройте меню игры, нажмите на пиктограмму. Станьте лучше. Улучшили своего персонажа. Уже скоро мы встретим свою половинку. Тут также есть ачивки. Я вам сейчас покажу даже. Смотрите, кубки. Достигнуть 5 уровня. Достигнуть 10, достигнуть 20, достигнуть 50 и всякое другое. Алена все никак не может угомониться с этой... Ну, Алену вы знаете, наверное, моя сестра. Готов. Если вы хотите еще что-то узнать о CatSim поподробней, то вы должны собрать 10 лайков над этим видео, и выйдет вторая часть по CatSim. Вот, мы убили нескольких, наше задание выполнили. Так, сейчас надо есть. За это мы тоже получаем опыт, как и Wildcraft. Что такое Wildcraft, я вам рассказывала в видео. Так, ищем паука. Паук, ты где? А, сейчас вам покажу, что будет, если встать рядом с машиной. Смотрите. Видите? Это все минус. Лучше, чтобы эти минус 10, минус 20 не было. Потому что это ваше здоровье. Или как оно... А, ХП. Поэтому лучше, чтобы оно было в порядке. У вас же в настоящей жизни нормально, думаю, здоровьем. Пошлите. Наищем паука. Сегодня такой ролик, как бы я вам рассказываю про живот, про игру, а также играем. Так, давайте... Да где он? Тут петух только. Пойдемте попробуем поплавать, что ли? Мне просто интересно, как они плавают. Я просто не помню. У меня была эта игра, когда еще канала не было. Так, сейчас посмотрим, как эти кошечки плавают у нас.
Ну ладно. Просто так ходит. Ну ладно. Ход только в Вилдкрафте. По-настоящему плавают. Ну, если что-то не дорассказала, напишите мне в комментариях. Еще смотрите. Тут на день, тут за деньги можно покупать скины. Ну, конечно, в игре за деньги. Вот. Мне очень нравится вот такой вот скин и черный. Ну, и вот такой. Ну, и этот. В общем, все. И этот. Ну ладно, всем пока-пока.